Барак Обама предлагал Хиллари Клинтон пройти обследование в военном госпитале из-за серьезных проблем со здоровьем. Но та отказалась из страха, что утечка станет ударом по ее предвыборной кампании. Об этом пишет бывший редактор «Нью-Йорк Таймс» Эдвард Кляйн. По его словам, эти данные он получил от своих источников в Белом доме. Вообще, стремление держать в тайне состояние здоровья Клинтон похоже на манию. В поликлинику она заходит через служебный вход, просит врачей не раскрывать никаких данных, по той же причине отказалась от операции по замене сердечного клапана. Но, тем не менее, журналистам стало известно, у нее низкое давление, нарушение кровообращения и врожденная предрасположенность к обморокам и образованию тромбов. От лекарств она чувствует сонливость, страдает от сильных мигреней, часто спотыкается и падает дома.